Люди будут говорить вам, что выпускные экзамены в школе — самая важная вещь в жизни, что от них будет зависеть весь ваш будущий успех — сейчас или никогда. Но мы хотим сказать, это неправда. Ну завалили и завалили. Подумаешь, велика беда. Всегда можно пересдать. Я всегда заваливал экзамены. Если честно, я и не старался. Но все это не важно. Сейчас у меня есть дом, бизнес и 1 000 000 фунтов в банке. И все, что мне для этого понадобилось, чтобы мои родители наконец-то умерли. Не парьтесь насчет экзаменов. Всегда есть ручные ремесла. В такой работе много плюсов. Свободный график, новые навыки, работа руками. И не надо платить налоги. Налоги платить надо. Да, ну, не прям же деньгами. Не-не, прям деньгами. В жизни есть вещи поважнее результатов экзаменов. Ваши оценки совершенно не важны. Всегда можно пойти в священники. Нам нужно молодое пополнение. Конечно, результаты не так уж важны. Хотя по ним можно судить, насколько я хороший учитель. К счастью, у меня государственная бронь, и меня не уволят. Можете в экзаменационном листе хоть письки рисовать, мне плевать. Я иду на каникулы. Говорят, что экзамен — это самая трудная вещь в жизни. Чушь. Попробуйте скопить на ипотеку, платя за съемную квартиру, медстраховка дорожает, твой детей до 5 лет, детский сад, пожилые родители, экзамены. Ха. Есть вещи гораздо тяжелее. Я свои экзамены завалил, но я участвую в самых передовых медицинских исследованиях вот уже 10 лет. Прими это. А что на этот раз? Тебе нужны деньги или нет? Да, ладно. Это свечи. Если честно, мне не важно, как он сдаст экзамены. Нет, нет, главное, чтобы он приложил максимум усилий. Вот. Это что, твой результат? Да ты старался вообще? Все деньги на репетиторов, ты пошли позор прахом. Нашей семьи. Вон из моего дома. Спасибо за просмотр, это Фойл Армзенхок и я, доктор Лемон. Желаем удачи всем, кто сейчас сдает экзамены, будь то выпускные в школе или летняя сессия в вузе. В описании видео ссылки на тур Фойл Армзенхок, на их мерч, Patreon и соцсети, а также на то, как можно мне задонатить, если кто-то хочет меня поддержать. Спасибо всем, кто уже это делает. Всем хорошей погоды, летнего настроения. Doomed up.